Везет, что у нас найден один бомбер, пока что бежевый. Внизу резинки нет, получается, стеганый такой. Так, стоимость 22 тысячи. Сейчас примерим его. Так, это на мне размер S. Довольно неплохо сел. Я там еще, видите, жилетка под низом, как капуста оделась, с худи. Такой, знаете, классический вариант, примерочки. И очень оверсайзно получается. Эска вполне такая оверсайзная. Вот такой весь лучок у меня сегодня. Прикольно здесь. Здесь резиночки нет, поэтому задувать, возможно, будет. Но, ну, форма такая нормальная, в принципе. Давайте расстегну. Цвет такой хороший, подкладка есть. Мне кажется, можно и такой приобрести. Цвет хороший. Понравилась еще такая жилетка. На видео она синяя, но на самом деле она фиолетовая. 16 тысяч. Эсочку сейчас примерю. Жилетка прикольная. Бютенькая такая, трендовая, мне кажется. Ну, в таком же стиле, как North Face, мне кажется, такие жилетки можно найти. Но очень ярко. Кому идет фиолетовый, обратите внимание. Она не синяя, она фиолетовая. Очень смотри, можно с джоггерами хорошо будет смотреться. Симпатичненькая. Кармашки. Ском Резерт найден. Вот такой вот бомбер. Внутри такой жизнерадостный оранжевый. Стоимость 20 тысяч. Сейчас, наверное, в размере S примерю. А, вот тут как вот все надо при сборе. Рукава идет, кармашки, резинка. Видите, внизу как у классического бомбера. Сбоку карман. А еще есть в хаки цвете. Сейчас оба варианта примерим. Кажется, мужском. Кепочка прикольная. Так, вот так он смотрится на мне. Смотрите, получается. Хорошо сидит, такой стильненький. Знаете, в стиле дизель, ничем не уступает. Хорошо так сделан. Тут есть изборенность, все как надо. Советую брать в мужском отделе. Еще вот этот очень понравился. 20 тысяч. Надо, ну, дальше мы будем выбирать, конечно. Но вот этот классный, стильный S-размер на мне. Хотите еще в оверсайзе, можно M-очку, в принципе, взять. Я бы S, наверное, взяла по рукаву нормально. Видите, рукав даже запасом. Ну, можно M, блин.
сейчас еще оливковый проверим. Так, вот это тоже интересный цвет такой, оливковый, с кармашком, в размере М. Видите, рукав еще больше. Она такая тоже оранжевенькая, жизнерадостная, утепленная. Вообще супер. Это, мне кажется, находка. За 20 тысяч мужской отдел Reserved M размер. Класс. Бежала в кроп за поиск, в поисках бомбера. Такой нашла вот. Типа тоже под North Face. Вот видите, такие плюшевые курточки в мужском отделе. Такая есть, сейчас скажу. Такие вот цены. Вот такая вот есть. Давайте сейчас скажу. Сшито не очень. Тут швы как-то, нитки торчат. Но если вам стилистика такая нравится, такой спортивный стайл, то можно, конечно. Тоже с лосинами носить, с джоггерами. Надел да пошел на прогулку. Так, и тут еще есть вот этот вот бомбер. Сшит тоже. Ну, тут отстегивается этот капюшон. Оранжевый тоже внутри. Не знаю, сейчас как сшит, тоже в М-размере. Сейчас примерю. Стоит дороже. 26 тысяч. Так что кроп. Ну, может тоже. Сейчас примерю, покажу вам, как смотрится. Так он смотрится на мне. Немножко как будто подлиннее. Но не сильно дутенький. Мне уже так кажется, что не дутенький, но попку прикрывает, это удобно, мне кажется, вот так, видите, ну, если хотите вот с таким вот отстегивающимся капюшоном, как от худи, то, в принципе, тоже прикольно, но цена дороже, чем резерв из-за капюшона, что ли. Так, внутри тоже такой утепленненький, оранжевенький. Еще в кроп-то такой есть бомбер. Знаете, как-то хрустит. Стоимость его 16 тысяч, но он такой тоненький. Тоненький, непродуваемый. Сейчас померим. Вот такой стеганый. Мне такой не очень нравится. Такой черный есть. Тоже из хрустящей такой ткани. Вот такой стёган. Ну, давайте вот этот зеленый померим. Так, в каком размере? Это XL, XS. Вэмочки, да? Вэмочки. Так, это вэм размере на мне. Тоже такой удлиненный, попку прикрывает. Тоже, в принципе, теплый он внутри. Не совсем. Ну, цена подешевле немножко. Рукава без присборенности. Так, карман функциональный. Ну, в принципе, тоже пойдет. Скузи. Симпатично смотрится. 15-16 тысяч. Друзья, приветствую всех в зале. У меня продолжение шопинг-влога. Новое видео. Выписываем образы с бомбером. Во-первых, ищем самый хороший бомбер. Трендовый и так далее. Вот первое, очень забежала в зал и составляем образы с бомбером. Как вы знаете, это один из самых главных трендов сезона. Он вообще-то не был всегда как бы в тренде, он даже стал, можно сказать, базовой верхней одеждой. На уровне так же, как и джинсовая куртка, кожаная косуха, бомбер уже базовый. Взяла такие штаны карго серого цвета, 36 размера. Вот такие джинсы, они мне на сайте понравились. 25 тысяч. Так, как он размер?
сантиметре четвертом. Такая вот сеточка. Сеточка сейчас тоже очень в тренде. 16 000. И вот этот красавчик бомбер. Посмотрите на него. Такой внутри оранжевый. Здесь вот молнии можно застегнуть, отстегнуть. Какая-то интересная модель. Еще очень понравился. В этом размере взяла 35 000. Хорошо так сделан. Ага, смотрите, как он сделан сзади. Прикольно, знаете, какой-то классный бомбер, как будто Изабель Мара, не знаю, или Стелла Маккартни. И вот это платье, тоже интересно, как сядет, интересная модель, тоже куда-нибудь на выход одеть, таким вот шлейфом боковым, асимметрия и в этом сезоне, и в предстоящем сезоне очень будет модная. Смотрите, ворот как сделан, интересно. Так, все это буду примерять вот такими вот сапогами, полусапогами-чулками. Свой размер, кстати, нашла, 35-й. Да, 21 000. Так, так, вот такие вот кармины. Все, друзья, начинаем примерочку. Сейчас примеряю этот бомбер с моей обычной базовой футболкой. Вот. Вот так это выглядит. Слушайте, M размер. Потрясающе. Рукава. Это вот сзади будет исполнено все. Попку прикрываю. Хочу этот бомбер. Думаю, в каком-то мужском отделе я куплю. Теперь не знаю. И вот эти вот молнии по бокам, которые можно открывать, закрывать. Красивые. Я вообще суперовский такой, интересный. Красивенький. Стильненький, красивенький, еще суперовский. Хочу такой бомбер. Бомбером это смотрится так. Второй образ бомбера. Кофточка сетчатая, джинсы и каблучок. Первый образ с этими джинсами. Обувь комфортная, вот эти сапоги носки, прикольненькие такие. Джинсы еле как застегнула, очень сильно давит, на размер больше надо. Кофта мне идет, мне кажется, такой цвет какой-то бордовый, оранжевый, кирпичный, какой-то такой необычный цвет. Кофта советую, приятная очень, кстати. Прозрачненькая в меру, тут присборенность такая идет. Мне кажется, интересная кофтюлька. Так, следующий образ с этой же все кофточкой и с вот такими штанами карго. Мне кажется, эти сапожки очень хорошо мачатся. Кофточка дополняет как-то друг друга. А штаны карго очень комфортные, мягенькие, просто супер. Советую их, эти штанишки. Смотрите, как платье смотрится на мне. И с этими брюками карго. Эти штанишки. Можно любые брючки другие надеть. И просто такое, знаете, богемное платье. Смотрите, какой шлейф вот этот боковой. Очень красивый. Советую это платье, смотрите, подплечники. Здесь необычно все сделано. Как красиво, как присборенность, как вот эта асимметрия мне нравится. Это просто кайф. И оно такое комфортное. Видите, и живот не подчеркивает.
И все так нормально, и длина умеренная. С этой стороны такой шлейф. Красота, мне кажется. Что рекомендую такое платье. Ну что, на этом буду заканчивать. А, сейчас бомбером примерю это платье, точно. Бомберы носим снизу платье. Короче, в общем, на тусовке можно там уже надеть бомбером. Все смотрится актуально. Так что все советую платье. Сколько третий образ получился по этой примерке? Ну что, на этом буду прощаться. Надеюсь, образы понравились, бомбер понравился. Советую его покупочки. Продолжайте оставаться со мной. Вместе будем шопиться, искать все самое трендовое по нормальным ценам. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Так, вот такой еще есть в мужском отделе Zara Man. Синенький такой. Он серо-голубой, не знаю, цвет такой сложный. Такой артикул, такая стоимость, сейчас примерили. Он теплее, чем вот бомбер, который я мерила до этого. Он такой стеганый внутри, хорошо сделан. Сейчас померим. Так, вот так сейчас он смотрится на мне, тоже хороший цвет. Симпатичный. Пятую точку не прикрываем. Так тоже хорошая тема. Вы уже догадались, я купила бомбер из Zara. Так что и вам советую. Сейчас пойдем в Pull&Bear примерять. Не знаю, может тут тоже какой-нибудь бомбер есть. Pull&Bear есть вот такой вот в мужском отделе. Такая ткань немножко жесткая. 21 000. Так, по цвету есть такой оливковый. А, такой вот. Это прикольно, кстати, по цвету. Симпатично. Кармашком 15 000. Такой есть зеленый. Зеленый такой необычный, кстати. Так, а он сколько стоит? Он дешевле стоит. 18 000. Так, в Заре нашла самый дорогой бомбер, его купила. У него уже почти нет на сайте. Чуть-чуть размеров осталось. Сейчас примерю зеленый или такой, наверное. Посмотрим. Все мерю в размере М. Все бомберы в размере М. Для чистоты эксперимента. Как, какая модель сидит? Это Pull&Bear мужская коллекция. И тоже синий цвет мне нравится. Зелененький. Но попу не прикрывает. Ну и заровский не понравился. Теперь еще вот этот надо померить, светлый такой, светло-зеленоватый какой-то, зелено-серый что ли. Так, вот здесь такой, вот со светлой обувью, хорошо смотрится, тоже такой длительный, теплый, такой не теплый вообще. А, в принципе, он попу чуть-чуть прикрывает, и цвет классный. Кто любит такой зеленоватый оттенок, кому идет, прошу присмотреться. По цене здесь побюджетнее даже, чем в Заре. Все стильненько так сделано. Надо уговорить мужа, чтобы он купил. И у меня будет тоже такой. Он черный не любит, а вот светлый. Можно так сделать? Будет у вас и черный. И светлые от мужа, от парня. Ой, как?